Всем привет! Очередной выезд у меня на рыбалку, но не на речку, а едем мы на море. Говорят, пошла навага, ну, в перемешку с корюшкой клюет. Вот решил поехать на море. Позвал один знакомый меня, товарищ. Не на буране, не на машине, а поедем мы на аэролодке. В тепле, в комфорте. Лодка крытая у него, с печечкой. Ну, в общем, покажу я ее вам, что там за лодочка такая у него, аэролодка. В этот раз я взял с собой старшего сына. Хотели мы на озеро с ним поехать, думал завтра. Мы решили сегодня поехать на море, раз погода хорошая на улице, в принципе, минус 9 градусов, ветра нету. Поедем, попробуем, половим навагу, корешку. Камеру взял с собой, опять ЯС-52. Посмотреть, как себя навага ведет под водой. Корешка вы уже наблюдали, смотрели. А сейчас посмотреть, как навага себя ведет. Интересно же все-таки посмотреть. В общем, сейчас я еду за сыном. Он у родителей. Он уже там бутерброды нарезал. Надевается. Его забираю, в общем, и еду к знакомому на берег. У него там лодка стоит, аэролодка. На нее загружаемся и в путь. Ехать где-то минут 40 до места лова. Время, в принципе, 10 часов. Вода сухая где-то часа, наверное, в 2. Где-то в полтретьего, наверное, да, где-то в 2, в полтретьего. Ну, в общем, половим до вечера и домой. Ну, все, что будет, друзья, как обычно происходить. Все поклевки. Как сын у меня ловит, все обязательно сниму, покажу. Всем приятного просмотра, друзья. Погнали. Приехал, в общем, я за сыном. У меня, кстати, отец уехал тоже. Ну, отец поехал у меня на машине, кстати, на рыбалку. В море тоже поехал на машине. Ну, тут, говорю, знакомый позвал. Поехали, говорит. Ну, поехали. Попробуем на аэролодке. Да, где этот капуша мой? Тук-тук. Здрасте. Где там капуха? Привет. Давай, надевайся. Нет. Сейчас. Карты сыграть вначале. Я бабушке уже карт дал. Так что вначале карты, а потом... Какие карты? Сейчас всю корюшку... Бабушка, быстрее. Сейчас. Ну, бабушка, давай. Отстань от бабушки. Давай. Сейчас всю корюшку выловит с навагой, пока ты соберешься. На, лови, лови кофту мой. Опа, эту надевай и флиску. Давай, надевайся и погнали. У меня флиски нет. Ну что, Матвей, на чем поедешь? Показывай сегодня на рыбалку. Вот это агрегат еще, да? Ага. Ну, видал, какой моторище? Это мотор, как у вертолета. Больше. Как у Карлсона пропеллер, да? Смотри, какой огромный. Нет, у вертолета больше. Что? Вертолета? Больше вертолета винт. Называется, ты знаешь, что это? Не, вот это все вместе с мотором. Как называется вот это? Аэролодка. Аэролодка, молодец. Ничего себе тут, конечно. Смотри, какой двигатель, видел? Вот это агрегат. А как сюда заходить? Так закрыто пока еще. Вопрос, как сюда потом заходить? Заходить, так вот, она будет открываться, вот там вот эта штучка подниматься, и туда залазить будем. И поедем. А где сидеть? Сидеть там, там поставим, вон там. Там поставим, майданы поставим. А где? Я уберем. Здесь не поеду, нет, там впереди я нет. Внутри поеду. В общем, вот такая вот, друзья. Аэролодочка. Вот так... большой. Да. На такой аэролодочке помчим сегодня на рыбалку. Сюда? Там бензин. Не, это баллоны. Бензин, вон бак красный стоит. Ага. А, это вон, открыто, там... вот, видишь, залазить где? Здесь надуты баллоны. О, видишь, как? Видишь, как тут? Руль. Да. Вон наушники. Наушники, да. Смотри, вот это весла ставить. Угу. Это специально вот надуто, чтобы да. Лодка не сдулась сразу. Да, да, да. Под воду. Да, агрегатище, конечно. Интересный. Thank you.
чай попьешь горячий тогда. Тут так, подергай, останови, подергай. Чух. Чух. Вот так. С коня пускай. Ну, видишь, как дернет-то. Останавливай, останавливай. Подергал, останови. Клюнь сейчас подойдет. Где у меня там дубачок? Ну чего ты там? Дубачок. Как тебе, тепло здесь? Чай пьешь? Я уже поймал 5 штучек. 5 крышин. Давай, обедай. Смотри, и ловить. Чего? Кстати, здесь рядом баллончик. Да, газовый. Может загореться. Грей, пей, пей чай, он горячий. Я об него тоже погрею. Ну, молодец. Тепло тебе? И куда мальчик делся? Там он стоит. Не вижу. Ловит. Классная, да, лодка? Угу. И тепло, и хорошо. А где дедушка? Он там остался. А он сюда не приезжает? Не спеши. На, руки вытери. На, держи. Ну, на, пей чай, давай. Завтра да. Давай, грейся. Ну что там? Все, привет? Давай, давай, дергай. Рядом. Ну так ты дергай ее. Приманивай ее к себе. Что, не подходит? Пробуй, пробуй, дергай. Ходит? Давай, давай, дергай ее, дергай. И куда? Повыше, пониже, повыше, пониже. Во, давай, давай. Промазала. Сейчас другая. Побольше. Повыше поднимай. Во. Пониже, повыше. Во, тащи. Нет. Все, мимо? Видишь, играется, пытается. Во. Пытается поймать. Давай, давай. Сейчас клюнет. Пытается поймать. Да. Сиди, тащи, тащи. О, давай. Дал? Еще раз. Дал какой клюх. Давай, закидывай. Забрасывай. Видишь, подоспела опять. Давай, давай, подоспела тебе. Подоспел. Давай, пускай. Выше подними. Стой, ты зацепился вот, вот так вот. Во. Давай, давай. Подходит? Нет. Не видать? Кажется, с черного угла не подходит. Пробуй. Где она? Померяй там. Вон, да-да-да. Вон, видите? Ага. Давай, давай, дергай, дергай ее. Еще? Дергай, дергай, дергай. Пап, большая. Тише. Клюнет, потащишь. Поровнее вот так вот держи. Посмотри, сколько такое. Вот так вот дергай. Промазала, видишь? Тащи, 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 тащи. О, молодец. Давай. Блин, опять уплыла. Подойдет другая. Моя. Давай, давай, сейчас клюнет. Дергай, дергай. О, тащи, 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 тащи. О! Одна держи. Так что на, держи? Я не умею снимать. Рыба, рыбка, отмена. Забрасывай. Забрасывай вон кобра. Давай, давай. Забрасывай. Вон, вон, вон. Повыше, повыше, подними. Куда она попала? Не знаю.
Подойдет, когда дернет, тащи. Что, видно? Почти промазал. Ну так ты смотри, она дернет, и клюнет, тащи. Чего там? Что там у тебя, показывай? О, большая наважена. Подоспела. Давай сюда ее. Бежи, снимай. О, видишь, большая как... подоспела уже. Навага, рыба. Навага. Подспевает большая рыба. Сейчас там вон куча была. Была? Но я не стала орать на тебя, потому что она сразу... Ну так лови, что орать-то. Зачем пугать, лови. А ты сразу сейчас убежала бы. Тихо, не дергай, тут у меня сейчас прям палец. А? Лови, лови. Давай, забрасывай вон. А мне уже так нравится. Ну так. С камеры легче ловить. Не холодно? Нет. Нормально все. С камеры даже легче ловить. Ну, так легче. Жди, еще смотри. Я здесь видел, некоторые рыбы уже были не голодные, просто мне. Ну. Давай, давай, жди. Лови. Подойдет. Я пойду в свою лунку попробую. Мелкий курю, конечно. Это я первый раз на море. О, блин. А, о, есть. Да, вот это шпроты. Опять? Ну ты даешь. Дергай ее, скидывай просто. Дергай, скидывай.